Собака. А если приходит кто-то посторонний, чужой, как она гавкает? Гав. А кто ловит мышей? Скажи, пожалуйста, ты всех животных запомнил, которые живут дома? Запомнил? Закрывай глазки. Ночь. Ночь. Маркуша спит. Открывай глазки. День. Кто пропал? Котик, конечно, давай. Котик, да. Так, возвращается наш котик. Давай посмотрим на всех, всех очень внимательно. Ты очень внимательно посмотрел? Да? Запомнил? Закрывай глазки. Наступает ночь, 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 длинная ночь. Маркуша спит. Открывай день. Что изменилось? Лошадка. Что лошадка? Появилась лошадка? Да не одна, а целая у лошадки есть семья. А ну покажи. Это мама, лошадь. Это папа. Папа. Это Марк. А это Марк, да? Куш, а здесь на этом рисуночке какая лишняя? Ну посмотри. Вот это. Вот это. Почему? Она вот здесь. Вот. Перевернули ее, да? Перевернули, скажи, перевернули. 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 Это под кого перевернули? Абсолютно правильно, Маркуш. Но ты знаешь, чтобы лошадка поехала, ее нужно подковать. А ну-ка, давай мы сейчас с тобой все шурупчики для лошадок да открутим. Крути. Пожалуйста, давай. Ага, давай. Откручивай, откручивай шайбочку, откручивай. Молодец, молодец. Крути, 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 крути. Да какая? А, какая? Синяя, конечно. А фигурка какая? Сейчас узнаем? Да. Давай, откручивай, мы сейчас узнаем. Сколько уголков? Да. Один, два, три, 4, 5, 6. 6 уголков давай клади. Еще на вторую ножку есть у нас. Давай теперь на следующую ножку. Давай. Молодец. Так. Умничка, просовывай в дырочку. Смотри, вороная, ворона какого цвета? Вот такая как. Черная, да? Поэтому вот такой лошадь черного цвета ее и называют. Это вороная лошадь. А серая где? Серая, ну тоже все понятно, да? Давай запоминать. Рыжая, серая, вороная, гнедая. А ну давай смотреть, убежала какая? Внимательно. Ну внимательно глазками смотри, какая убегает. Вот такая. Это как она называется? Серая. Серая. А теперь какая убегает? Вороная, как ворона, да? Черная, как ворона, вороная. А эта лошадка такая, какая? Коричневого цвета. Гнедая, да? Гнедая лошадка убегает. Так, эта лошадка какого размера? Какая? Вороная. Большая. Давай положим. Большая лошадка. А эта лошадка какого размера? Маленькая. Маленькая. Давай кладем туда, где маленькая. Вот так. Да. Клади ее в маленькую конюшню. А это какого размера? Маленькая. Тоже маленькая. Давай кладем там, где маленькие лошадки. А ну давай еще какая? Белая. Это цвет. А по размеру какая она? Белая. Размер? Белая. Маленькая. 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 Давай к маленьким лошадкам. И
Давай теперь маленьких лошадок посчитаем. Считаем вместе. Давай, Маркуш. Нет, много сколько? Один, два, три. Три. Мы возьмем вот такой цвет. Это какой? Зеленый. Отдаем зеленому ослику. Так, Маркуша, а это какой мы цвет? Вот это. Синий. Какому ослику отдаем? Вот синему. Так, Маркуш. Один, два, три. Начало игры. Оп! Бери одну резиночку. Так. Да, давай. Умничка, еще. Какому отдаем? Какой ты цвет взял, Маркуш? Это какой цвет? Оранжевый. Оранжевый цвет. Так, давай еще беги. Так, какой цвет берешь? Маркуш, какой цвет? Классный, умничка. А эта овечка какого цвета? Зеленая. Маркуш, зеленая. А это какого цвета? Желтая. Желтая, умничка. Это какого цвета? Внимательно. Как морковка. Оранжевый, Маркуш. А это какой? Синий. А этот цвет какой? Голубой. А этот цвет какой? Салатовый. Салатовый. Смотри, Маркуш, это вот как зеленый, да, только светлее, видишь? Да. А вот смотри, это синий, это голубой. Голубой светлее, чем синий. Зеленый салатовый, салатовый светлей. А смотри, а если смешать синий и зеленый, то получается бирюзовый. Какой красный, оранжевый, желтый и фиолетовый. На вопросик отвечаем, мы овечек посчитаем. Давай вместе ручку, давай считаем. Один, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8, 9, 10. Давай 10. Давай. Опа, у нас 10 пальчиков на двух ручках. Маркуша, знаешь, что нам дает овечка? Овечка дает нам шерсть. Смотри, мы сейчас попросим всех овечек дать нам шерсть. Например, берем синюю, снимаем шерсть. Овечка гуляет. А шерсть себе складываем в корзинку. Возьми красную, Маркуша. Красную. Где красная? Нет, это не красная. Глазками смотри. Нет. У тебя внимательные глазки. Да, теперь внимательные. Снимай шерсть у овечки. Овечку гулять на лужок? Да. Да. А шерсть в корзинку. Дальше возьми зеленую. Вот так вот. Точно. Давай, снимай. Шерсть в корзинку, овечку на лужок. Пусть гуляет. Делают. Из нее делают рукавички. Вот попробуй, ручкам тепло? Нет. Вот так тепло? Да. Тепло. Представляешь, какие теплые рукавички? Какие же теплые могут быть носочки. Мы с Катей тебе ее подарим. Ты можешь ее бросать, ты можешь на нее дуть. Смотрите новое видео на YouTube-канале Мечты.